3D-шники. TierTime X5 – уникальный FDM 3D-принтер, не имеющий аналогов на рынке. Обзор принтера мы начнем с внешнего вида. На передней панели только USB-порт для флешки и жидкокристаллический емкостной тачскрин-дисплей. По правому борту разместилась дверца отсека для филамента, а по левому – прозрачная автоматическая дверца для смены стола. На задней стенке в углублении имеется набор портов – Ethernet, USB тип А, USB тип Б, гнездо подключения внешнего комплектного блока питания и выключатель питания рокерного типа. Часть задней стенки легкосъемная, дающая быстрый доступ ко всей электронной начинке. Не нужно ничего раскручивать, все предельно просто и эффективно. Корпус принтера выполнен из листовой стали толщиной 1,3 мм. Конструкция механизма перемещения осей выполнена из промышленного алюминиевого профиля. Основа из конструкционного профиля для столов типа размера 15-180. Несущие части осей X и Y из профиля T-Slot 20 серии. Высокое качество печати обеспечивают рельсовые направляющие каретки от японской фирмы Aiko с богатой 70-летней историей. Приводные ремни типа GT2 шириной 6 мм от американской компании Gates. Ремни закольцованные на оси X длиной 726 мм, на оси Y 506 мм. Все ремни снабжены подпружиненными автоматическими натяжителями и не требуют никакой дополнительной натяжки или калибровки. В принтере много 3D-печатных деталей, но все они несущественны и никак не влияют ни на процесс, ни на качество печати. В основном это кронштейны, крышки, заглушки. Печатные головы сменные, в комплекте идет одна под определенный пластик. Всего же доступно три вида голов для ABS, PLA и гибких мягких пластиков типа ТПУ. В переднюю дверцу встроен магнит, а в корпусе имеется датчик Холла. При открытии фронтальной дверцы процесс печати становится на паузу. Сделано это из соображений безопасности, однако функция не всегда удобная, например, когда хочется рассмотреть, что печатает принтер. Внутри камеры есть подсветка, но с учетом затемненных окон рассмотреть происходящее довольно трудно. Здесь нужно либо увеличивать яркость подсветки, либо степень прозрачности окон. Одна из главных особенностей модели X5 – уникальная система смены печатных столов. Поставляемые в комплекте столы выполнены из многослойного перфорированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Подпружиненный лоток для хранения и подачи вмещает в себя до 12 столов. Подвижное основание имеет датчик наличия столика в рабочей зоне и систему нагрева. Нужно отметить, что система действительно очень интересно реализована. Мы с коллегами такого точно нигде не встречали. За правой дверцей в корпусе принтера расположились отсек, через который осуществляется загрузка сменных столов, датчик наличия филамента, держатель для катушки филамента и на дне можно увидеть ручки для переноски принтера. Такие же ручки есть и с левой стороны. Кабель-менеджмент организован весьма неплохо. Вся силовая часть упрятана в пластиковые рукава, шлейфы в оплетку типа змейка. Грамотное размещение электроники позволяет легко дотянуться до любого провода или разъема. Драйверы шаговых двигателей распаяны на плате, имеют маркировку, но никакой информации по ним нам найти не удалось. Еще одной особенностью почти всех принтеров от компании TierTime являются съемные центральные процессоры. Решение интересное, поскольку в случае чего проще заменить один процессор, чем всю материнскую плату. Внутри корпуса есть еще один USB-разъем для прошивки дисплея или подключения дополнительного оборудования, например, IP-камеры. Принтер оборудован продвинутой системой фильтрации воздуха со сменными фильтрами двух типов. Карбоновый фильтр способен поглощать своими порами молекулы газа летучие и полулетучие органические соединения с довольно большой молекулярной массой. Фильтр HEPA представляет собой пылевой воздушный фильтр высокой эффективности и предназначен для задержки пыли с частицами до 0,3 микрометров. Установка фильтров очень проста. HEPA-фильтр сначала устанавливается в металлическую рамку, а затем уже в отсек. На фильтрах нанесены стрелки, обозначающие направление движения воздушных масс. Для эффективной работы фильтров следует соблюдать направление установки.
подключаем разъем питания и включаем принтер. Загрузка принтера занимает всего 8 секунд, но при первом включении поиск Wi-Fi сети занимает еще порядка 40 секунд. Последующие загрузки при настроенном доступе к сети проходят гораздо быстрее. После полной загрузки системы становится доступной только нижняя часть меню. Первая иконка – информация о принтере, модель, серийный номер, версия прошивки процессора и экрана, общее время работы и количество пропущенного через принтер пластика, MAC-адреса сетевых адаптеров, дополнительное подменю, смена языка. Пока в прошивке есть только английский и китайский, над русской локализацией работа уже ведется. Следующее меню конфигурации весьма скудно и имеет всего несколько не особо значимых настроек. Меню сетевых подключений и настроек Wi-Fi сетей. И последней в этом ряду расположилась иконка инициализации принтера. Процесс инициализации занимает порядка 30 секунд, и после него становятся доступными верхние иконки меню. На дисплее присутствует верхняя информационная строка, в которой выводится различная служебная информация. Первая иконка верхнего ряда меню – выбор материала. Здесь можно выбрать материал и вес катушки, после чего автоматически загрузится профиль выбранного материала. Здесь же присутствуют кнопки управления мотором экструдера для смены пластика. Следующая иконка – меню выбора моделей для печати. Как видите, список пока пуст, поскольку принтер еще ничего не успел отпечатать. Меню Maintenance – обслуживание. Содержит всего три иконки. Switch Plate – принудительная смена стола. Reset Plate – обнуление координат. И Tour Control – управление открытием левой дверцы, оборудованной сервоприводом и концевиком положения двери. Меню калибровки позволяет откалибровать сопло как в ручном, так и в автоматическом режиме. Для этого все головы оснащены специальным датчиком. Калибровка проходит по 9 точкам и занимает несколько минут. Перед каждой новой печатью принтер автоматически проводит подстроечную промежуточную калибровку. Меню не такое обширное, как в принтерах других производителей, однако гораздо более обширные возможности открываются с помощью оригинального слайсера, к которому мы сейчас и перейдем. Слайсер, или даже больше, чем слайсер, скорее комплексное приложение по управлению настройки самого принтера и процесса печати, существует как под Windows, так и под macOS, и даже под iOS, но об этом чуть позже. Мы будем рассматривать версию под macOS. Процесс установки не занимает много времени. При открытии приложения нас встречает интерфейс вот такого вида. На верхней панели управления, выпадающее меню выбора принтера из тех, что доступны по проводной или беспроводной сети. Далее идут индикаторы, показывающие текущую температуру сопла и стола, профиль для пластика, статус принтера, кнопка управления аккаунтом, которая дублируется иконкой в левой части программы. Далее иконка меню настроек приложения, где доступно. Смена языка интерфейса. В выпадающем меню есть русский язык, но следует сразу заметить, что перевод, во-первых, не полный, а во-вторых, местами некорректный.
меню выбора принтера, в котором показываются все принтеры, находящиеся в одной сети, а зеленой галочкой отмечен принтер, подключенный в данный момент к программе. При клике на неприметную мелкую иконку всплывает окно дополнительных настроек, где есть возможность переименовать выбранный принтер. Это удобно, когда в вашей сети, например, 10 или более принтеров. Чтобы в них не запутаться, вы можете задать каждому устройству уникальное имя и комфортно работать с массивом принтеров. Ведь компания TierTime позиционирует X5 именно как принтер для серийного производства конвейерного типа с управлением и контролем из любого уголка планеты, где есть доступ к всемирной сети интернет. Но в нашей тестовой сети всего один X5, и мы вернем ему его заводское имя. Следующее подменю – работа с кэшем и скачанными моделями. Далее меню настроек маршрутизации сетевых потоков. И последнее в этом списке – информация об авторских правах и лицензиях. Под иконкой футболки прячется настройка цветовых схем интерфейса программы. Пользователю будет предложено 3 оттенка серого и несколько цветов плашек и подменю. Наконец, последняя иконка верхней панели инструментов – меню связи с технической поддержкой пользователей. Здесь можно описать свою проблему, если таковая появилась, и отправить описание проблемы или вопрос производителю прямо из приложения, минуя необходимость открывать почтовую программу. Перейдем к меню, расположенном на левой панели инструментов. Первая иконка «О нас» – страница с логотипом, ведущая на сайт компании. Далее следует дублирующая иконка входа в свой аккаунт. У нас он есть, поэтому вводим e-mail и пароль и ждем. После загрузки в списке отображаются все зарегистрированные на ваш аккаунт принтеры, их серийные номера и статусы. Следующее меню «Up» является основным меню настроек параметров печати и слайсинга, поэтому мы вернемся к нему в последнюю очередь для того, чтобы рассмотреть более подробно. Завершающее меню помощи включает в себя немногочисленные инструкции. К сожалению, иконок пунктом либо нет, либо они не подгружаются, потому что все пункты – это активные ссылки на видеоинструкции на сайте производителя. А теперь о главном – настройках печати и слайсера. В правом верхнем углу открывшегося окна видно основное меню в виде колеса. Без загруженной модели доступны всего 2 пункта – выбор вида проекции и плотности отображения модели. Изменилась и левая панель инструментов, на ней появились другие иконки. Верхняя иконка с огромным плюсом – добавление модели. При этом доступно как добавление файла 3D-модели, так и добавление любой 2D-картинки или фотографии. И набор готовых примитивов, что иногда может быть удобно. Например, если нужно быстро сделать какую-нибудь прокладку без необходимости запускать CAD-программу. Берем цилиндр с отверстием, несколько движений мышью, и изделие можно отправлять сразу на печать. Пункт «Автоматический» подразумевает автоматическое размещение модели на печатном столе, а под стрелкой справа находится выпадающее меню со списком последних загруженных в принтер моделей. Для активации всех пунктов настроек загрузим 3D-модель. Теперь доступны все пункты настроек в правом верхнем меню. Вращение модели по осям. Можно выбрать конкретную ось и вручную ввести необходимый угол, воспользоваться уже заданными углами, расположенными по внешнему кольцу, или самому повернуть модель, используя стрелочки на модели. При этом красными цифрами показывается градус поворота, что очень наглядно и удобно. В самом центре круга этого меню есть неприметная иконка, отвечающая за поворот нужной грани модели к печатному столу. Активируйте иконку, затем кликайте на нужной грани модели, и она припечатывается к столу. При этом можно выбрать абсолютно любую плоскость. Следующий пункт на колесе – меню перемещений модели. Здесь точно так же, как и в меню поворота, можно задействовать конкретные оси с заданными параметрами, готовые значения на внешнем круге или потягать модель за стрелочки. Меню масштабирования очень похоже на 2 предыдущих. Центральный сегмент содержит иконку блокировки осей, при которой масштабирование будет производиться пропорционально по всем осям. Дополнительное меню содержит пару очень полезных функций. Первая находится в первом пункте – возможность починки моделей с каким-либо браком, актуальна для моделей Stingiverse, например. Следующий пункт дает возможность сохранить проект локально. Именно проект в формате APT3 со всеми настройками, а не STL-файл. Весьма удобная функция. Третья иконка отвечает за полный сброс всех параметров и возвращает модель к первоначальному состоянию. Четвертый пункт является второй полезной функцией – редактором поддержек, весьма удобным и продвинутым.
Здесь можно посмотреть, отредактировать, удалить лишнее, задать углы, слои и плотность для любого столбика поддержки по отдельности. Лично нам такие функции не попадались в других популярных слайсерах. Следующим пунктом кольца настроек является функция зеркалирования объекта по трем осям. Далее следует авторазмещение модели на столе. Последний пункт имеет еще одну интересную функцию программы, позволяющую посмотреть модель в необычном сечении. При этом направление разреза можно изменять в любую сторону под любым углом. Следующий пункт в левой панели инструментов – настройки принтера со стандартными пунктами, присущими всем слайсерам. Толщина слоя, почему-то переведено как плотность, уже вшитые пресеты заполнения, режим базы 13, 15, 20, 65, 80 и 99%. Пункт качества печати, что оно подразумевает под собой, неясно. Пункт выставления офсета, компенсация расстояния сопла, некая нетвердая модель, пункты, позволяющие отключить подложку, рафт и поддержки, если модель не нуждается в таковых. После нажатия кнопки «Превью» предпросмотра происходит процедура слайсинга модели, о чем свидетельствует строка выполнения задания в верхней части интерфейса. И вот модель нарезана, и в служебном меню можно посмотреть некоторые параметры, включая относительное время печати и расход пластика. Но мы сейчас ничего печатать не будем, а вернемся в меню настроек. Вверху окна притаилась неприметная двойная стрелка, при клике на которую окно меню расширяется, открывая дополнительные возможности, среди которых настройка количества слоев дна и крышки модели, угол направления, заполнение этих слоев. Если честно, кривой дословный машинный перевод пунктов меню очень сильно сбивает и путает, поэтому мы переключим язык интерфейса программы на английский язык и увидим значения пунктов такими, какими они должны быть. Итак, Top and Bottom, то есть верх и низ, или крышка и дно, количество слоев и, как говорил ранее, направление укладки этих слоев. Раздел поддержек. Roof Density. Дословно, плотность крыши поддержек улучшает нависающие части, но чем плотнее поддержка, тем сложнее ее удалить. Minimal Surface Area. Минимальная площадь поверхности поддержек. Spacing. Расстояние стенок поддержки от стенок детали. Stable Support. Стабильность поддержки, подразумевается соединение линий поддержки для большей ее прочности. Прочие опции. Thin Wall. Печать тонких стенок, стенок, толщина которых меньше, чем задана настройками ширины экструзии. Easy to Peel. Очистка сопла перед печатью. Prehead. Предварительный нагрев сопла. Sleep. Функция сна принтера после окончания печати. И последний пункт – ширина экструзии, которая, как мы помним, выставляется в зависимости от ширины сопла. Следующая иконка левой панели инструментов – инициализация принтера. Ее необходимо проводить каждый раз, когда принтер выключался из сети питания. Далее следует меню калибровки принтера, которое проводится по 9 точкам. Здесь имеется возможность задать непосредственные значения высоты сопла над столом при первичной механической калибровке, а затем внести корректировки в любую из 9 точек, если пользователю не понравились результаты автоматической калибровки сопла. Перевод меню несовершенен и на русском языке выглядит следующим образом. Перейдем в следующую вкладку меню калибровки, в которой можно добавить на стол специальную, зашитую производителем в программу калибровочную модель, что весьма удобно. Здесь все просто, печатаете предложенную модель, штангенциркулем производите замеры и вносите корректировки в нижнюю таблицу, которая является знакомой многим функцией пересчета шагов на миллиметр. Как видно, производитель очень трепетно отнесся к одной из важных настроек принтера и дает возможность очень тщательно произвести калибровку сопла. Последним пунктом в левой панели инструментов является меню, содержащее служебные настройки, возможность загрузки и выгрузки пластика, установки типа столиков, диаметра и времени предварительного нагрева сопла. В разделе «Материал» можно выбрать тип материала из готовых предустановок, вес катушки с филаментом, а в дальнейшем, по мере расхода, программа будет отображать остаток филамента в катушке при условии, что катушка не будет меняться. Последние цифры – счетчик общего пробега принтера. Но мы вернемся к выбору типа материала, поскольку внутри спрятано много интересного. При выборе пункта настройки открывается окно с предустановленными типами материалов и заданными температурными режимами. Несмотря на наличие кнопки «Изменить», отредактировать зашитые производителем пресеты нельзя.
Например, попытаемся внести изменения в настройки ПЛА пластика. Выбираем его в списке, кликаем на кнопку «Изменить» и попадаем в меню установок материала. Далее выбираем из списка ПЛА модель принтера, для которого хотим изменить профиль, диаметр сопла и толщину слоя. Как видно, активны не все пункты настроек. Для их активации необходимо выбрать более высокое качество печати, после чего активируются все настройки. Однако внести правки в параметры не получится. Программа не дает такой возможности. Что ж, тогда мы создадим свой профиль. Снова открываем выпадающее меню профилей и кликаем на кнопку «плюс» напротив профиля ПЛА. Ниже появилась копия выбранного профиля, и на ее основе мы и будем создавать свой. Кликаем по созданному профилю и для начала переименуем его, нажав на маленькую иконку справа от названия. В открывшемся окне задаем профилю имя, указываем производителя филамента и при желании можно поставить на профиль пароль. Далее производим все операции, которые делали при попытке изменить профиль от производителя. Выбираем принтер, диаметр сопла, толщину слоя и качество печати. Теперь мы имеем возможность изменить на свой вкус любой из представленных в этом меню параметров. После установки всех желаемых настроек профиль можно сохранить или экспортировать на любой носитель. Созданный профиль будет доступен из служебного меню, и при его выборе в верхней панели инструментов появится название загруженного профиля. На этом обзор AppStudio для десктопных компьютеров мы закончим, но у TierTime есть еще одно не менее интересное приложение для iOS. Приложение AppStudio доступно в App Store абсолютно бесплатно. Стартовая страница выглядит гораздо интереснее, чем на компьютерах, и пестрит иконками тестовых фигур. Но о них чуть позже, а мы сразу же переходим на закладку «Принтеры», где первым делом выбираем модель принтера, и в нашем случае это все тот же X5. Следующая строка в меню – «Operate», что можно перевести как «В работе». Внутри находится под меню «Текущий список», кнопка «Пауза», кнопка остановки печати и неактивная кнопка инициализации принтера. Внутри под меню «Текущий список» располагаются файлы, находящиеся в работе или в очереди на печать. В нашем случае список пока еще пуст. В меню материалов из набора профилей можно выбрать только те, которые были загружены в память принтера. В следующем меню «Вес». В отличие от десктопных версий, можно не только выбрать предустановленный, но и создать свой профиль. Например, многие российские производители мотают катушки по 750 грамм. Меню «Print Board» аналогично иконке «Maintenance» в меню принтера и позволяет обнулить или сменить столик и управлять сервоприводом левой дверцы. С меню «Nozzle Diameter», думаю, и так все понятно. Выбор зашитых производителем диаметров. Возможности внести свои параметры нет. Меню выбора времени преднагрева сопла. Удивляют временные интервалы. Неужели есть такие, кто греет сопло в течение 60 минут? Напишите в комментариях. Далее идут три кнопки – выдавливание и извлечение филамента и остановка двигателя экструдера. Меню калибровки присутствует, но по каким-то причинам не активно. Следующая вкладка программы – «Аккаунт». Здесь, как и в десктопном приложении, можно залогиниться, посмотреть информацию об активированных принтерах и отправить в техподдержку пламенный привет. Вкладка DIY – «Do it yourself», то есть «Сделай сам». Весьма интересная фишка программы аналогична таковой в десктопном приложении, с небольшими вариациями. Во-первых, в специальном поле размерами 16 на 22 пикселя вы можете накидать от руки картинку, отредактировать ее минимальными средствами и отправить на печать сразу с телефона. Думаю, что поиграться на один, максимум два раза вполне себе хватит. Вторая функция полностью дублирует таковую в десктопной версии программы. Вы можете загрузить любую картинку и сделать из нее литофанию. В этом режиме доступны некоторые настройки параметров, глубины 3D-модели, выбор круглого абажура или специальной пластинки с подставкой в виде портрета и некоторые другие параметры. И, наконец, третья фишка – возможность взять изображение напрямую с камеры мобильного устройства и также распечатать литофанию. Вот, пожалуй, и все, что умеет мобильное приложение AppStudio. X5 отлично справляется с мелкосерийной печатью. У нас как раз появился заказ на небольшие корпуса для электронных устройств, и мы погоняли принтер достаточно долго и убедились, что все функции работают как часы.
смена стола занимает чуть менее 2 минут. Мы решили не ускорять видеозапись и дать вам, зрителям, насладиться этим процессом в полном объеме. Пожалуй, не буду вам мешать. После тщательного изучения и тестирования принтера с пристрастием, мы всей командой 3D-шников признали, что TIRTIME X5 – отличная машина. Из плюсов можно отметить надежную и жесткую конструкцию механики, основанную на промышленных профилях и системах линейных перемещений, возможность быстрой смены печатающих голов для разных видов пластика, все печатающие головки оборудованы прямым приводом. Наличие кронштейна под катушку для печати мягкими резиноподобными видами пластика типа ТПУ или ТПЕ. Уникальная автоматическая система сменных столов поразила нас своей простотой и надежной конструкцией. Также, как и возможность объединения принтеров в кластеры для серийного производства и возможность дистанционного управления процессом печати на любом из доступных в сети принтеров. Очень продуманная система подачи пластика, дающая возможность подключать катушки увеличенного объема. Ну и, конечно, далеко не последние восхищенные вздохи были отданы качеству печати из коробки. Пожалуй, на нашей памяти это был один из немногих принтеров, который не было нужды настраивать дополнительно. А некоторые спорные, как нам сначала казалось, моменты, которые вызывали у нас сомнения, со временем, после тщательного изучения и тестирования принтера, у нас полностью развеялись. Да, есть некоторые вопросы к программному обеспечению, но в целом этому принтеру мы всем составом 3D-шников поставили твердую 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.